Девчонки, всем привет! Как меня слышно, видно? Сейчас буду экспериментировать со светом, как меня лучше видно. Так, давайте будем начинать, чтобы не задерживать. Итак, 100 личных баллов на протяжении 8 лет. Да-да. С тех пор, как я зарегистрировалась, с тех пор и делаю 100 личных баллов. Не продавая, не ходив по различным инстанциям, не таская никакие сумки. Конечно, не могла не сказать, что как только мы в Москве услышали эту новость, мы даже с девчонками чуть-чуть поспорили, потому что это все было сказано после того, когда VIP-консультантам вручили часы. И мы поняли, что это стимул для новых VIP-консультантов. Но когда оказалось, что такой шикарный подарок могут получить все, это уже безоговорочно. Пылесос будет мой, я уже знаю, где он будет стоять. Так что я в который раз убеждаюсь, что компания делает все, чтобы постоянные покупатели всегда получали кучу подарков. Поэтому мы вам и рассказываем свой опыт, рассказываем то, как легко на самом деле, девчонки, делать 100 баллов. Как говорится, не так страшен волк, как его описывает. И кто хотя бы раз попробовал сделать 50, он понимает, что где 50, там и 100. Главное – правильный подход. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Пылесос на самом деле крутой, цвет просто шикарный. Так что, девчонки, напечатали себе, повесили везде на магнитики, на холодильник, возле компьютера, чтобы везде вспоминать, что мне нужен пылесос. Давайте еще раз вспомним, зачем, кроме того, что хочу пылесос, делать нам нужно 100 баллов. Как только вы сделаете 100 баллов, вам начнут поступать регистрации от компаний. Как они происходят? Если с вашего края или области кто-то будет оставлять на сайте заявку, то есть он захочет что-то купить на Faberlic, и там, конечно, будет код для консультантов или регистрация. У человека нету личного номера, он нажмет кнопочку регистрации, заполнит свои данные. И если этот человек с вашей области, конечно, это все идет по очереди, но как только вы сделаете 100 баллов, обязательно, вне зависимости от того, что не ваша очередь, придет такой, как стимул от компании, сообщение, что поздравляем в вашей структуре, но новичок по распределению контактов, свяжитесь с ним и так далее. Иногда бывает, скажу честно, у моих девчонок по 2, даже по 3 регистрации в каталог, только за то, что они делают 100 баллов. Ну и, конечно, привилегии. Все привилегии идут по итогу каталога. То есть вы сделали 100 баллов, допустим, в 13-м каталоге, в 14-м каталоге, как только включают VIP-ы, это где-то на третий день, вам сразу предлагают один продукт со списка, с огромнейшего списка 70% скидкой. В этот список входит все по каталогу, кроме сумок, аксессуаров, белья, одежды. То есть входят и колготы, входят и витамины, и все-все-все, что есть именно в каталоге. Обращаю ваше внимание, что скидка идет от черной цены 70%, но это все равно очень и очень выгодно. Я обычно по этой скидке беру всегда витаминчики, или же вот, например, сейчас я прохожу ступень скин-активатор, вот уже третью ступень я заказала,
Я сразу, так как у меня уже VIP-стаж, мне можно два продукта, я сразу взяла и дневной, и для век. И еще что могу сказать, что все, что вы берете по VIP, цена склада равна цене каталога. Поэтому даже не обязательно делать минимальный заказ, если вы берете по VIP. Можно добавить заказ, там, допустим, пакетик, взяли, что себе нужно по VIP, и быстренько забрали. У меня как раз сегодня закончилась вторая ступень, завтра придет третья. Ну и, конечно же, все, что помогает нам в бизнесе, тоже можно взять по выгоде по 100 баллов. Это пробники с 50% скидкой до 500 штук. Раньше, может, год назад было 10 только, сейчас можно до 500 штук любых, которые есть на складе. Это и средства для дома, это и пробники парфюмерии, и помады, если есть, и крема, и шампуни. И кто еще не заметил, обратите внимание, что раньше нам давали, да, 10 каталогов с 50% скидкой, сейчас уже дают до 500. Я когда зашла делать заказ, когда приехали с Москвы, я сначала не поняла, думаю, ну мало ли, сайт еще не настроили, нет, висит эта акция у меня до сих пор. Мне, конечно, 500 не нужно, но на самом деле иногда бывает, что 10 маловато. Ну и забегая немного вперед, скажу, что если вы лично покупаете выше, чем на 150 баллов личных, так еще идет дополнительная скидка 10%. Ну и, конечно, за 100 баллов идет еще своя скидка, потому что получается, вы сами сделали 3%, кроме того, что вам будет давать ваша группа. Ну, а если вы новичок, так, конечно же, это с 90% скидкой стартовая программа. Это сразу, мгновенно, на следующий каталог 100 баллов по накопительной. Почему я очень легко могу взять, допустим, подарок себе, что-то с одежды, или, допустим, какой-то парфюм, или же, когда у нас было по накопительной программе Флоранж, я себе понабирала, кто знает меня, тот в курсе, что я фанат бижутерии, понабирала бижутерии Флоранж. Это что-то нечто. Ну и напоминаю, так как у нас на постоянной основе проходят розыгрыши в проекте, то, ну, конечно, если уже на розыгрыш, нужно добирать до 105, и тогда у вас 3 номерка участия в розыгрыше. Само собой, скидка уже не 20, а 26%, за исключением аксессуаров, белья, одежды. И, конечно, начисление объемной скидки, как я уже сказала, никто не отменял. А сейчас чуть-чуть я затрону эту тему, что же такое VIP-стаж. Потому что как только вы сделали 100 баллов, вы становитесь VIP-консультантом. Значит, сильно на эту тему не буду останавливаться, просто это все у вас есть в личном кабинете, более подробно описано. Расскажу, чего вы можете достичь, когда вот в течение вот этих 8 каталогов будете делать каждый каталог по 100 баллов. Значит, первая привилегия, первый период, это, то есть как только вы сделаете 100 баллов, вы VIP-1. Это то, что я говорила. Один продукт с 70%, пробники с 50% и каталоги. Ну, с этого каталога это уже 500. Дальше. Вы делаете 3 каталога подряд по 100 баллов. Распределение контактов. Но, девчонки, я заметила, потому что, как еще раз повторюсь, я уже давно в компании, это происходит сразу. Но только в том случае, если кто-то с вашей области, как я уже сказала, оставляет заявку. Если никто не оставляет заявку в течение каталога, ну что уже делаешь? На протяжении 9 каталогов делаете 100 баллов, и у вас появляется суперское преимущество.
это избавит вас от проблемы, как дефицит новинок. Поэтому, если вдруг, например, что вам привести в пример, например, бокс, автобокс, который был пару каталогов назад. Почему его не было на складе? Потому что VIP-ы это все разобрали. Значит, если вы 9 каталогов подряд делаете по 100 баллов, вам будут уже положены новинки следующего каталога по ценам следующего каталога. То есть сегодня, так как уже прошла одна неделя, начиная со второй недели, как только новинки поступят к нам на склад в Беларусь, сразу же нам подключат эти новиночки. Вот так я снимаю видео. Как вы знаете, на YouTube новинки просматривают лучше всего. Поэтому я сразу заказываю новиночки, снимаю видео. Также за счет того, что у меня офис, эти все новинки стоят у меня на офисе. Людям, моим консультантам, есть 2 недели, чтобы их пощупать, посмотреть, если это парфюм, и где-то и побрызгаться, и попробовать. И плюс, конечно, мы это все наносим на блотер, и это все увеличивает и оборот личной группы, и оборот офиса. Дальше, если на протяжении 18 каталогов вы делаете по 100 баллов каждый каталог, вам уже добавляется еще одна привилегия. Можно не один продукт 70%, а 2 продукта с 70% скидкой. Как я вам рассказывала, заказала себе и для век, и дневной крем. Ну, а дальше вам положены уже звания. И, кстати, по VIP-18 вам еще придет специальный значок, который вас будет отличать от других консультантов. Итак, VIP-50 – это серебряный VIP-консультант. Как вы видите, нужно на протяжении 50 каталогов сделать по 100 баллов. И добавят еще 70% скидку на 2 продукта из бизнес-инструментов и бизнес-аксессуаров. Сейчас чуть-чуть поменяли. Раньше список был поменьше, а сейчас нам дают ручки специальные, шары, блокноты. Девчонки, кто помнит, подскажите мне. Я просто каждый раз заказываю именно блокнотики. Очень классные, такие специальные. Они идут на заказ на Москву, на складе нету, приходят по автозаказу. Дальше. Золотой VIP-консультант – это тот, кто делает 100 каталогов подряд, 100 баллов. Добавляется один продукт 70% скидкой на одежду и белье. Ну и кроме тех предыдущих привилегий, которые есть. VIP-консультант 150 – это уже рубиновый VIP-консультант. Добавляют 2 продукта с 70% скидкой на одежду и белье. Это тоже есть в списке по VIP-у. Но здесь в чем суть, что дают ту одежду, которая представлена в действующем каталоге. То есть не то, что вы все хотите взять на сайте. Ну и VIP-консультант 200. В Москве их вызывали, награждали. Наша Оксана попала в VIP-200. Им дарили эксклюзивные часы. У меня, ну чуть дальше я вам расскажу, у меня скоро будет рубин. Так что, как видите, VIP-консультанта – это не просто вот те привилегии, которые я вам перечислила раньше. Напомню еще раз, что стоимость балла у нас делится по 2 критериям. Это целые баллы и половинчатые баллы. Итак, в России 1 балл равен 75 рублей. Это на все, кроме, как я говорю, спецупаковка. Это белье, одежда, аксессуары и также то, что идет
на акциях. То есть все, что вы берете в промо-акциях, или же акция спеццена при покупке двух, это все идут половинчатые баллы. Тогда балл стоит в России 150 рублей, в Беларуси 4 рубля. Как высчитать, сколько у вас примерно заказ дает баллов, даже несмотря на сайте, сколько это баллов? Значит, как я уже, ну, здесь приводится пример именно для Беларуси. Значит, обязательно смотрим цену каталога. То есть вы можете, допустим, парфюм стоит вот 28 рублей 99 копеек, даже на том же калькуляторе высчитали, так как вы делаете 50 или 100 баллов, скидку, например, 26%, высчитали, и то, что получилось, вот 21 рубль 47 копеек, разделили на 2 рубля, так как это парфюм, он дает целые баллы, и в итоге это будет 10 баллов. А если, допустим, платье, как мы знаем, платье половинчатые баллы, и на него скидка всегда 20%, делим на 4, потому что на половинчатые баллы идут цена 4 рубля. И так платье дает 17 баллов. А сейчас сравните сами. За воду вы заплатили 21 рубль, и она дала вам 10 баллов. А за платье вы заплатили почти 70 рублей. И оно дало всего лишь 17 баллов. Поэтому вы должны сами для себя сделать вывод. Или я все беру на скидке, но плачу я больше, потому что баллы идут половинчатые. Или же я все беру, что мне нужно, но я плачу меньше. То есть, посмотрите, если, допустим, за 50 баллов это где-то 100 рублей, значит, за 100 баллов это где-то 200 рублей без половинчатых баллов. А если с половинчатыми баллами, так это уже 400 рублей. Конечно, не обязательно делать один заказ. Вы можете заказов делать хоть 20, я говорю. Главное, чтобы это был минимальный. Просто вы сами себе определите. Здесь есть, девчонки, вопросы? Все понятно? Как же я делаю и 100, и 150 баллов, как уже сказала, на протяжении 8 лет. Все, абсолютно все, и я это повторяю всегда, что у меня принцип, никому никакую выручку я не плачу, потому что меня на самом деле, я думаю, вас тоже, так как вы уже не новички, на 100% устраивает качество нашей продукции. Вопрос. Зачем кому-то платить выручку, НДСы, и там скидку предложат, ну, я не знаю, сколько у нас здесь дают, 5-7, наверное. И плюс еще дисконтную карту, чтобы взять, нужно сделать купить на определенную сумму. И затем пойдет, ой, на желтые ценники скидка не распространяется, ну и так на скидке. Или же, ну, например, как у нас в магазине в Сань, да, допустим, там, до 8 часов одни цены, после 8 часов там на определенную продукцию такие-то цены. У нас такого и близко нет. На 29 рублей или там на 1000 рублей сделал заказ, тебе скидка 20, ну, так как я делаю 100 баллов, 26%. Отлично, Наташа, я очень рада. И мы же помним, что баллы у нас копятся. То есть как только ты присмотрела, например, как я хотела себе брюки, я посмотрела, они, допустим, 230 баллов. Так как я делаю постоянно по 100 баллов, это, грубо говоря, три каталога. Три каталога, и ты брюки, которые стоят где-то в пределах 50 рублей, взяла за 20 копеек. Вам кто-нибудь когда-нибудь такие подарки дает? Нигде. Извините, даже в секонде, я думаю, цены будут подороже. Дальше, как и вчера говорила Юля,
У меня тоже принцип, и все его знают. Я всем всегда дарю только Faberlic. У меня всегда на столе стоит календарь, где помечено кружочками, у кого когда день рождения. Я даже могу не подписывать, кто это. Я просто обвожу кружочками. Потом, когда подходит, ну, у меня просто память так на цифры хорошая. Потом, когда подходит время, я сразу знаю, что день рождения. И вот, допустим, у нас в августе была распродажа, ну, к школе на детскую одежду. В этом году я не брала ничего, потому что все, кому я когда-то дарила, нынче у меня все зарегистрированы. А вот в прошлом году, когда тоже так была распродажа, я всем своим крестникам до апреля, считайте, в августе, купила подарки. Допустим, в октябре, в ноябре, в декабре. Два, кстати, в декабре. Потом в апреле. Всем-всем-всем были куплены подарки. И это были подарки нормальные. Или спортивный костюм, или джинсы, или брюки, или, допустим, там поло и две маечки. Но еще раз повторюсь, оно стоило не бешеных денег. Ну, чтобы вас не обмануть, допустим, там 25-30 рублей выходил этот подарок. Я думаю, таких подарков мы не купим, чтобы подарить хороший подарок и заплатить вообще почти ничего. Плюс на Новый год, на Рождество, на Пасху, ну вот на такие вот тоже праздники, я тоже, кроме конфет, всегда ложу какие-то наши побрякушечки. Всегда же к Новому году что-то компания придумывает. То мягкую игрушку, то вот в прошлом году были какие-то там ленты клейкие. И потом тот же Ваня подбегает, крестная, как это все сделать? А я-то не знаю, я же ее не вскрывала. В итоге давай мы вдвоем это все изучать. А потом уже маме, извините за грубость, дурит голову, купи. А мама не купит, потому что вот та лента стоила где-то 7 рублей. Маме жалко. Я подарила ребенку, интересно. И вот везде-везде, вот таким вот образом я дарю. И знаете, что самое интересное? Так как я сама полностью одеваюсь в Faberlic, если вы заметили, буковка F, это свитерку, я даже не знаю, уже может года два, может и больше. И обязательно потом родители звонят, мол, ой, тот спортивный костюм, который ты подарила, так классно носится, просто вырос. Закажи такой же, только, допустим, такой фотороста. Ну так сама закажи, так у тебя же дешевле. А кто тебе сказал, что у меня дешевле? Скидка всем одинаковая. И плюс ты получишь подарок, ну вот, допустим, там, бьюти-кафе дарили в прошлом каталоге. Все. Сразу, так как, ну, какие у нас данные? Никаких, которые для любой анкеты нужны. Да, очень многим я делаю заказы. Ну, не хотят люди разбираться. Ну, мне несложно, я через офис могу сделать заказ кому угодно. И в итоге они заказали тот же спортивный костюм. Обязательно включаю заказ-каталог. И в итоге все мы где-то работаем. Коллективы в основном женские. По-любому кто-то где-то что-то выберет. И так как вы знаете, я живу в небольшом городе, можно сказать, что в каждой инстанции, в каждом заведении есть где-то мои девчонки, которые работают на все вот это заведение. Вот отсюда и берутся вот эти личные баллы. Также обязательно поддерживать тесную связь со своими клиентами, особенно как вы только начинаете. Если показываете каталог, работаете по каталогу, так как у нас нет парфюмированных страничек, у вас должны быть пробники, если не все, то хотя бы тех, которые вы пользуетесь. Поэтому я всегда рекомендую брать водички-миниатюрки, как только они на акции, вот, допустим, эти 15 мл или 7 мл. Конечно, всегда должен быть у вас в сумке каталог, если вы на работе. И не стесняться где-то его достать даже случайно, если администрация, ну,
не обращает на это внимания, не зацикливается. Пусть лежит он на столе, ничего страшного. Затем достали где-то там зеркальце наше или пудру, или тушь. Обязательно хоть один человек, ну, попросит или водичку понюхать, или там посмотри, или там, может, у тебя есть зеркальце. Обязательно достаешь, чтобы люди видели, какое оно у нас на самом деле презентабельное. Про тесную связь. У меня до сих пор есть девчонки, которые, ну, может, еще как Фома неверующие, не верят, что, допустим, та же косметика для дома у нас классная и так далее. Но на постоянной основе, допустим, берут Алатау и Аору. И всегда, когда они мне, допустим, звонят, там у меня заканчивается Аора, закажи, я всегда говорю, слушай, она сейчас, допустим, там 23 рубля, тебе срочно или можешь подождать? Ну, могу подождать, а что? Там через 10 дней она будет, например, там 18 рублей или 15. Конечно, она подождет, потому что это, извините, 8 рублей. Или же, как только акции, вот не надо далеко идти, в прошлом каталоге у нас была акция 50% на парфюм, например. 100 баллов нужно делать 100%. Так как, ну, реально дома уже все есть, я просто просматриваю список водичек, которые дают, плюс сейчас все в Viber, в Telegram, в WhatsApp, я сразу уведомляю там, привет, как дела, твоя водичка на акции, там, ну, цену написали, какую нужно. Тебе нужно? Из 10, допустим, сообщений 3-100% напишут, да, конечно, бери. Вот вам уже баллы. Плюс, как мы знаем, воды дают 100% баллы, даже если она сейчас 50% скидкой. Потому что, хотя она сейчас на скидке, но, ну, например, там 10 рублей стоит водичка, разделили на 2, это уже 5 баллов она стабильно дает. Дальше, когда я работала в школе, я специально написала, что сначала я дарила подарки, ну, потому что это называется, как вы знаете, мышление бедного. Когда тебе Оксана, допустим, говорит, ты лучше человека регистрируй, а не заработаешь на нем там 2 рубля, 3 рубля. Ну где? Я же хочу мгновенные деньги. Зачем мне эти регистрации? А вдруг не сделает, а вдруг то, а вдруг все. И в итоге на каталоге я или писала, или степлером приклеивала напечатанный листик, что при заказе, там, допустим, на 15 рублей мыло в подарок. Всегда мыло можно взять, когда акция там, если 5 берешь, или же, допустим, за 5 баллов нам дают мыльца, мыло в подарок. Или же, допустим, если человек всегда берет косметику, а вот косметику для дома ему, ну, не верят, еще раз повторюсь, люди, обязательно дарила пробник средства для духовок, например, или средства для ванны. Затем, когда у меня уже мышление поменялось, у меня на каталоге было написано, при заказе на 29 рублей скидка 20%. Знаете, очень часто люди добирали, особенно те, которые хотели заказать воду. Вот, допустим, ту же Аору. Они хотят заказать Аору, а она стоит, например, там 23 рубля 99 копеек. Они логически понимают, что если они закажут на 29 рублей, они платят тех же 23 рубля, но заказывают на 20% больше. И в итоге они добирали. Если человек не добирал, я обязательно, когда забирала каталог, обязательно показывала акции наши по каталогу. Вот ты, допустим, выходишь на вот эту акцию, там, например, там тушь за 4,89 или помаду за 3,89. Ну, вот что-то такое. И раньше такого на самом деле не было. Сейчас у нас есть просто шикарное приложение Faberlic. У нас у всех, у кого айфоны, у кого андроиды, это все есть на телефоне. Сразу же показывайте человеку, что, слушай, ты же можешь иметь свой интернет-магазин. И плюс я всегда... С меня, кстати, многие смеялись, что, мол, как ты так можешь говорить, но я всегда говорила о тех выгодах, которые они теряли. И вот так вот, как понимаете, на теплом круге
делаются регистрации и делаются баллы. И еще в чем здесь плюс, потому что вы скажете, мы же здесь говорим про 100 личных баллов, я понимаю, что люди, ну, не все всегда будут делать заказы, но они у меня зарегистрированы. То есть они, ты их как клиентов не потеряешь, потому что очень часто бывало, когда вроде бы они у тебя все берут, покупают, а затем, ну, разное бывает там, или в Одноклассниках кто-то прислал сообщение там зарегистрироваться, или может у них такое настроение, и они потом в итоге регистрируются, потому что, как еще раз повторюсь, у меня офис, город маленький, и все забирают заказы у меня. А так получается, даже если что-то где-то их начнет кто-то регистрировать, они уже зарегистрированы. Но они помнят, что только делают на 29 рублей, у них скидка 20%. Не делают, они позвонили, слушай, у меня заканчивается средство для духовок. Я заказала. Или там, допустим, и та же тушь, или там дезодорант и так далее. Вот отсюда у меня получается, все знакомые зарегистрированы, как только они делают минимальный заказ, они делают заказ на себя. Как только им нужно что-то по-срочному, я заказываю это все на себя. Дальше. Очень хорошо, прям очень хорошо работают парфюмированные странички, но, как мы знаем, у нас такого нет. Поэтому, если вы показываете каталог, я думаю, у каждой из вас есть дома наши водички. По две, по три, а может и побольше, если берете вот такие миниатюрки. Не пожалейте, не поскупитесь, купите себе блоттеры, они есть на сайте, они так и называются, там, по-моему, 100 штук, то есть хватит с вас на очень долго. Если вдруг заказы приходят редко, что-то значит, я это прослушала, спасибо. Если заказы, допустим, приходят редко, а вот нужно показать каталог прямо сейчас, возьмите просто альбом, разрежьте так, ну вот, узенько, и именно пшикайте водичку и подпишите, даже если вы этот блоттер положите, ну, допустим, возле водички, там, аоры, да, но люди же, когда смотрят, ну, вот, кто-то передавал каталог, бац, выпал этот блоттер. Если люди не знают водички, они не будут знать, что пахнет так, как пахнет. А так, получается, вы подписали, например, аура и положили. И обязательно делайте, ну, чтобы эти блоттеры не один возле одного лежали, а чтобы через несколько страничек. И, допустим, вы даете каталог посмотреть, а там, например, три, например, водички женских попшиканных, две мужских, 100% кому-то что-то понравится. Плюс эти блоттеры держат аромат очень и очень долго, месяц точно. Ну, я думаю, чтобы с каталога не выпадали, можно, в принципе, степлером прицепить. И еще. Что сфоткать? Как и блоттер? Да, обязательно сфоткаем. И делать цветные закладки. Еще раз повторюсь, так как мы работаем здесь, мы каждый каталог смотрим, изучаем, мы знаем, что, допустим, сейчас на акции, что сейчас не на акции. А человек, если видит каталог Faberlic редко или вообще первый раз, он не знает. Поэтому купите себе цветные закладки и, например, разделите там на 2 или на 3 цвета. И пометьте, например, желтеньким акция, например, какой там, например, еще розовый, допустим, дешево или там новинка подписать, вот типа такого. Но не нужно их делать тоже очень много, потому что, как вы знаете, как я делаю гид по каталогу, у нас такие каталоги, что можно целый час рассказывать, потому что, в принципе, нужно показывать весь каталог. Поэтому вы сделаете именно закладки на новиночку, на акцию. И старайтесь пока, делать всегда закладки на витаминчики. Обязательно. Как мы знаем, наши витамины дают
100% баллы, точно так, как и парфюм. И даже если он на акции, все равно делим на 2 рубля, и в итоге выходят хорошие баллы. Вот я вчера специально, Омегу заказывала, коралловый кальций, по-моему, 9 баллов. И до минимального заказа я еще не добрала, надо еще что-то дозаказать. Дальше, как только появляется новый каталог, я сразу его смотрю, сразу. Но я не знаю, почему, у меня привычка всегда чего-то смотреть с конца. Ну, не знаю. И это не только наш каталог, а вообще и журналы. И обязательно помечаю себе, завела себе ежедневник на то, что нужно мне заказать. Если вы так не помните, очень хорошо помогает ревизия. Сделайте ревизию на кухне, сделайте ревизию в косметичке, сделайте ревизию в ванной. Даже сделайте ревизию сейчас, подготовьтесь к зиме. Посмотрите, может, у вас свитера сносились, может, у вас колгот нету. Ну, вот такое. И обязательно смотрите. Это же мы все равно будем покупать. Будем. Просто, я всегда говорю, девчонка, возьмите себе привычку не вспомнить, что у тебя заканчивается шампунь, когда он у тебя уже закончился. Да, да, все нужно записывать. И что, ты будешь ходить там 3-4 дня с немытой головой? Нет, конечно. А просто у меня, например, привычка, что как только я, например, достаю, ну, тот же гель для душа, так как это такая вещь, которая заканчивается на самом деле быстро, я сразу помечаю, что нужно заказать гель для душа, а лучше и 2. То же самое шампунь. Тоже пометили. Все-все. Да, парфюма хватает надолго, допустим, помады хватает надолго. А так получается сразу-сразу себе помечаем. И плюс, когда смотришь каталог внимательно, еще раз повторюсь, у меня хорошая память, я всегда помню, кто с моих клиентов брал, помаду, конечно, артикул я помнить не могу, но обязательно помню, какой вид помады, допустим, они брали. Сразу помечаете то, что брал, и сейчас даже не обязательно звонить, еще раз повторюсь. На Viber написали, даже сфоткали страничку каталога, все, у тебя уже есть заказ. Дальше. Относиться к каталогу как к походу в магазин. Что это значит? Вот смотрите. Допустим, у меня, я себе что-то заказала, и, например, у меня кто-то еще там 2 или 3 наименования заказал. Там уже вы смотрите сами. Если вы по своей цене, так значит, как говорится, не обманите сами себя, не забывайте, что вот в Беларуси мы там 2% платим за доставку, плюс мы покупаем каталоги, плюс если там работаем с пробниками и так далее. Поэтому я не знаю, как то, но если я и делаю скидку, так скидка – это максимум 20%, несмотря на то, что ты делаешь на 26%, и плюс я всегда включаю сбор заказа, то есть минус 18%. И значит, допустим, я заказала заказ, например, и мне за него нужно платить, например, 63 рубля, допустим. И дальше я смотрю, например, Аор у меня заказал тот-то, он отдаст мне 18 рублей. Например, тушь у меня заказал кто-то другой, он отдаст мне за нее, например, там 6,50. Итого 18 плюс 6,50, 24,50, всего к оплате 63 рубля. Значит, мне нужно доплатить там столько-то, допустим, там тех 40 рублей почти. Но я же все равно пошла бы и купила бы тот же гель, пасту, пятновыводитель, порошок и так далее и тому подобное. Но просто если я там оставила 10 рублей, там оставила 5 рублей, там оставила 3 рубля, вроде бы мало, а тут же надо сразу 40 заплатить, допустим.
только когда мы поменяем мышление и будем относиться к тому, что мы заказываем, как будто мы сходили в магазин, мы не будем считать это всего. Потому что не забываем, что здесь косметика для дома биоразлагаемая, на самом деле не вредит окружающей среде. Я, например, стабильно могу сказать, что раньше буквально, ну еще как я в школе работала, считайте, лет 7 назад, у меня крем для рук был везде, в каждой сумке, в каждом, там, допустим, на работе, в шуфлядке и так далее, потому что меня очень сушило руки. Сейчас я эту проблему забыла. Я могу сегодня, допустим, нанести крем для рук, а могу и забыть. У меня руки не сушат, и я стабильно знаю, что это все благодаря тому, что я пользуюсь только нашим средством для посуды и так далее. И когда вы будете на самом деле относиться как к своему магазину, вы не будете считать, ой, я там заплатила. Плюс подарки. Подарки за баллы – это просто нечто. Я, например, сейчас за 5 баллов набрала 20 имбирных напитков. Сейчас сезон, чуть что сразу начинается насморк или горло или так далее. Все, 3 штучки, и ты огурчик. Имбирный напиток – это что-то с чем-то, как говорится. Дальше. Все полностью, все знают, что я пользуюсь только Faberlic и одеваюсь только в Faberlic. И получается, очень часто, когда люди приходят, ну, допустим, за заказом, и видят на мне какой-то новый образ и сразу, а это тоже Faberlic. А ты, допустим, в этот день... Ну, одел что-то другое. Становится на самом деле так смешно. Думаю, неужели вы думаете, что у меня только Faberlic? Но что самое интересное, вот я по себе заметила, как только я одеваюсь полностью 100% Faberlic, обязательно кто-то приходит, допустим, на тот же офис новый. И когда ты начинаешь рассказывать человеку, обязательно приводишь пример, что вот, допустим, я сегодня полностью в одежде Faberlic. Посмотрите качество и так далее. То же самое, кого-то встретишь на улице, обязательно. Вот я это заметила. И все, полностью все должны знать, что вы строите бизнес с Faberlic или занимаетесь Faberlic, но я всегда говорю бизнес с Faberlic. Потому что, когда мы занимаемся Faberlic, это хобби. А у нас все-таки бизнес. Почему? Потому что, ну вот, допустим, на работе, где работает, например, ваша кума, кто-то принес каталог. Она обязательно вспомнит, что я же могу это все заказать у Оли. Может, Оля мне что-то посоветует, может, что-то подскажет, может, сделает скидку, может, то, может, все. Очень часто у меня бывало так, что люди где-то посмотрят каталог, выписывают артикулы, и мне на Viber бац, артикулы сразу. Закажи. Это на самом деле так прикольно, но вот это твои постоянные клиенты и, как говорится, твои личные баллы. И еще раз не могла не повторить, что в компании я с 2011 года, когда мы регистрировались, это была парфюмерно-косметическая компания. И у нас была только косметика, парфюмерия и, по-моему, все. А когда добавили, соединили нас с Infinim и Эдельстаром, было только 6 наименований с косметики для дома. И как-то 100 баллов мы делали. И очень я благодарна прям компании. Сейчас то это правило есть, а тогда не было. И, кстати, VIP был чуть-чуть посложнее, другие привилегии были. И один раз где-то не получилось сделать 100 баллов, ну, 50, это было безоговорочно. Ну, потеряла, там, допустим, 2-3 каталога не делала, затем опять по 100 баллов. И тут у нас появилась акция «Восстанови VIP-стаж». И как только это появилось, VIP акция, и главное, в списке написали, что, допустим, если я делаю 200 баллов, у меня восстанавливается 48, по-моему, периодов. 48 периодов – это 3 года почти, ну, потому что в году 18 каталогов.
Вот тогда, скажу я вам честно, 200 баллов было сделать сложно. Но все-таки VIP-стаж восстановлен. И я уже на протяжении 144 каталогов делаю 100 баллов. Эта акция действует и сейчас. То есть, если вы вдруг потеряли VIP-стаж, следующий каталог делаете 200 баллов, и VIP-стаж восстановлен. Но вернемся к пылесосу. Чтобы включиться, девчонки, и получить в подарок пылесос, нужно именно в этом 14-м каталоге уже начать делать 100 баллов. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, что если полностью перейти, это несложно. Все полностью у меня Faberlic, другого ничего нет. И, кстати, знаете, что еще заметила? Очень многие люди, которые, как говорится, не в курсе, до сих пор думают, что Faberlic – это парфюмерно-косметическая компания. Они не знают, что у нас есть и косметика для дома, и одежда, и белье, и аксессуары, и так далее, и тому подобное. Поэтому я всегда им говорю, что я покупаю в магазине только мешки для мусора, косметические диски, бумажные полотенца и туалетную бумагу. Все. Абсолютно остальное беру только у себя. Ну и, конечно, вы знаете, что я и одеваюсь полностью только у себя. Все фотографии, конечно, не вставишь, но здесь образы на 100% состоят из одежды Faberlic. Босоножки я тоже беру наши. А вот что касается туфлей и сапог, я как-то предпочитаю натуральную обувь, поэтому как только появится у нас натуральная обувь, конечно, будут у меня и сапоги, и туфли тоже наши. Да, кстати, Юля, очень много, я сначала не понимала, они же стоят вот эти огромные пакеты по 19 копеек наших. Очень много девчонок заказывает, и вот у меня девочка переезжала в новый дом, она специально хотела заказать, ну, зайти на рынке купить эти огромные мусорные пакеты, чтобы, ну, в общем, там вышло или дорого, или что, и она посчитала, что можно вот эти наши огромные пакеты брать по 19 копеек и намного выгоднее, и она заказала 50, ну, и плюс их удобнее нести, чем мусорные, есть же ручки. Это вам я специально показываю мой VIP-стаж. Значит, это те VIP-ы, которые я вам показывала. VIP-1, VIP-3, VIP-9 и так далее. Как вы видите, у меня VIP-стаж 144 периода. Это, считая 13-й каталог, 14-й, 100 баллов есть, но еще они не оплачены. Через 6 периодов у меня будет рубин. И у меня уже будет, как помните, две вещи. Я смогу взять с 70% скидкой. Это те привилегии, которые у меня есть. Да, кстати, не сказала, что еще обязательно скидка на белье серии Florange 30%. Сначала, когда добавляете в заказ, оно идет дорого, потом, когда нажали «Продолжить», будет светиться голубеньким и, ну, сработает скидка. А это специально вам показала. Мои первые покупки одежды с 70% скидкой. Первая покупка – это было пальто, новинка прошлого каталога. Обратите внимание, баллы дает, что мне очень нравится, что VIP и скидка, и дает баллы. Смотрите, мне пальто обошлось в 65 рублей, утепленное наше пальто. Если вы помните, по каталогу оно где-то 100. Ну, короче, нормально она стоит. По своей я бы заплатила намного дороже. И обратите, цена склада равна цене каталога. Затем блузку, ту, которую я уже бросала вам в чат, которая сбоку с таким бантом,
Посмотрите, она вышла мне за 29 рублей. Можно сказать, почему я добавляю пакет, потому что нету минимального заказа. Как видите, она стоит 28 рублей 71 копейку. Блузка тоже стоила где-то 50 рублей. Ну и завтра, так что ждите фото, мне придут брюки, которые я тоже давно смотрела. Они вообще вышли по 26 рублей 71 копейка, тоже из новой коллекции. И это все я взяла себе по ВИПу. Да, к этому я шла 8 лет, но я уже посчитала, что когда будет почти 11 лет, как я в компании, я буду получать часы от компании. Ну и не забываем, что кроме пылесоса, любая или любой из вас может получить еще шикарнейшую премию. 100 тысяч рублей или 2700 белорусских. Это просто неимоверная премия. Можно сказать, в два раза почти больше, чем премия директора. Ну и чтобы получить эту премию, нужно обязательно выполнять 100 баллов. Поэтому видите, как все компания продумала, но не забыла никого. Ни новые звания, ни ВИПов и поездка в Турцию. Вот сколько лет я уже в компании, никогда не дарили новым званиям поездку, только драгоценным. А здесь, получается, все-все смогут поехать в Турцию. Вы представляете, если полетит 2 самолета только директоров Faberlic? Это будет что-то, нечто. Ну и пылесос уже 100% мой. Я посчитала, я его получу к себе на день рождения. А вы уверены, что пылесос будет ваш? Если есть вопросы, пишите, буду обязательно отвечать. Значит, забыла сказать, чтобы получать контакты потенциальных покупателей, нужно сделать небольшие манипуляции у себя в личном кабинете через сайт, через компьютер. Я чуть позже скину обязательно вам в чат, какие нужно вам будет делать манипуляции. Потому что даже если вы сделаете 100 баллов, и кто-то будет оставлять на сайте заявку, вам не придет, пока вы не поставите одну волшебную птичку. Поэтому обязательно этим всем поделюсь. Спасибо, что пришли, что уделили мне время. Думала, будет побыстрее, но получилось, как обычно. Всем пока. Всем желаю начать участвовать в подарке на пылесос. Сегодня на сайте писала, что уже 1400 участников, но должно быть больше. Все. Всем спасибо. Всем до свидания.